К другим темам. В храме архистратига Михаила с села Нижнечуфичево Староскольского округа начали проводить богослужение. В советское время церковь была разрушена до стен. Построенную еще в 19 веке, ее закрывали дважды. В 1917 и спустя пару десятков лет по причине аварийного состояния. Храм планировали даже разобрать на кирпичи, но этого не случилось. Устоял Божий дом и во время пожара. Восстанавливать сельскую церковь начали в 90-х, а к активной реставрации приступили 12 лет назад. Господь всегда видит наши нужды и в свое время посылает тех людей, которые действительно нужны для того, чтобы оказать какую-то помощь. При поддержке прихожан и местных предприятий сначала отстроили стены и крышу, заменили окна, потом установили иконостас и обустроили алтарь. С появлением церковной утвари смогли проводить молебны. С предметами для богослужения помог фонд поколения депутата Госдумы Андрея Скотча. Службы пока что проводят по воскресеньям. Для полноценной работы старинного кирпичного храма осталось завершить некоторые элементы внутренней отделки.